Чисто. Так, пошли. Да, всем привет, мы с вами продолжаем проходить Last of Us, первая часть ремейк на ПК. Короче, что мы имеем? Я на игру установился патч, да, вот с того момента, как я утром записывал, сейчас я уже записываю, сейчас обеденное время. Поставился патч, загрузка, блин, осталась как на PlayStation 1 чертовски долгой. Вроде мы примерно в этом же месте остановились, так что я не стал сам никуда уж там перепроходить, она где-то тут же вроде зависла, да? Вот, да, вот тут за углом. Встань, пожалуйста, Джоэль. Продолжаем? Что я могу сказать? Продолжаем. Или не тут? Мы тут были? Не, нас тут не было. Лаги, просадки FPS все-таки есть. Очень печально. Это вопрос к оптимизации. Вот это смотри, это же явно тень человека, да? Мне кажется, это какой-то прикол. Ну, может быть, знаешь, типа, мы решили нарисовать вам тут призрака, чтобы вы тут немножко призадумались, приуныли. По-моему, до патча она у меня не так при... Ну, просто не такие просадки FPS были, как раньше. Убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. А давай, знаешь, что сделаем? Вот так вот включим, вот просто ради интереса. Похоже. Да погоди, не болтай. Ради интереса интерфейс. И я вот тут вот это видел, мы включим частоту кадров. Я, конечно, могу включить еще и вот это вот все, но... Он просто нас ждет. Понаблюдаем. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. Все на ультрах, изображение 2К. На компе включено два монитора. Эй, Тесс, Эй, красотка, как делишки? Говорят, не есть сейчас, товарчик. Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял. Вот-вот. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Два Моника, короче. Открыт браузер. Рон, браузер, здорово, мужики. Тесс, давно не виделись. Ты к нам не заходишь. Какие-то бандосы, ну короче, 70 плюс кадров стабильные. Сейчас чуть-чуть походим до какого-нибудь экшенового момента. Мне просто интересно, докуда проседать будет. Малик, сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Вот видишь, сейчас явные были просадки, какие-то подфризивания. Старый знакомый, не спрашивай. Вот, уже к Палтосу. На открытое пространство вышли. Ни хрена себе. 3090 видеокарта. 3090. Опа. Повестка системы гражданской службы. От генерала карантинной зоны Бостон. Кому? Пофиг. Уважаемый гражданин, будучи трудоспособным жителем карантинной зоны, вы обязаны принимать участие в общественных работах, связанных с ее функционированием. 15 декабря в 6:30 утра вам следует явиться в Центральное бюро на Чарльз-Бридж для отбытия на пост управления вооруженных сил. Наказанием за неявку у вас значительный срок без уважительной причины служит сокращение пищевого удовольствия. Повторное нарушение может привести к лишению права на проживание в зоне. Возьмите с собой эту повестку. Важное замечание. Прочтите внимательно. Если вы уже участвовали в общественных работах в течение последних 6 месяцев, предоставьте соответствующие документы для получения отсрочки, если ваше физическое или психическое состояние, по вашему мнению, не позволяет вам участвовать в общественных работах. Предоставьте справку от врача с указанием диагноза. Я думаю... А, это все фуфло, короче. Это справка от врача, и никто тут на нее особо смотреть не будет. Опа. Ты че, я у тебя думаешь отниму, что ли? Да не буду я у тебя ее отнимать. Всего на а можешь посмотреть? Эй, полегче. Так, разыскивается за связь с цикадами. Марлин, описание, возраст около 45, рост 170, вес 55-60, телосложение среднее. Особые приметы, шрам на груди чуть ниже уровня ключиц. Цвет волос брюнетка, но это же надо еще увидеть шрам на груди. Разыскивается по обвинению в совершении множественных преступлений, в число которых входит терроризм, умышленные убийства по предварительному сговору, подделка документов, подкуп должностных лиц. И все вот это. Преступница вооружена, опасно, используйте. Да-да-да. Обнаружить лицо, подходящее под данное описание, сообщите. Ну, короче, обычное объявление о розыске. Он забрал его.
Я, в принципе, знаю то, что у людей на 4090 эта игра лагает. Это вопрос, конечно, к оптимизации. О, вы, по идее, вы вообще не слышите. У меня на улице, прямо под окнами, сейчас мигалки проезжают. То ли полицейские, то ли скорых. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Ну, будем честны, а графоний очень сильно подтянут. То есть, в принципе, надо ли это было делать, большой вопрос, да? Ну, я понимаю, это то исключительно с целью заработка сделано, потому что, ну, в ремастере графа была хороша. И без этого, честно говорю, вот... Ну, шанс поиграть на ПК тем, у кого нет в эту игру, тем, у кого нет плойки. Это очень круто. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту! Пригнитесь! Просто знаешь, есть такие игры, которые можно переиздавать, да, бесконечно. Я тебя убью нахрен! Я прикрою. Займись ими. Что? Не-не-не, надо по стелсу, у нас окружающие. Ой, окружающий максимальный уровень сложности. Ах ты, козлище, падла твоя! Гей! Патроны надо беречь. На, козел. Ой, ты посмотри, как ему морду. Я в натуре, смотри. Молодец, ковбой. А что такое, сбилось, что ли? Сбилось, представляешь? А, управление. Не, не сбилось. Чувствительность прицельная. Я ничего не сбилось. А что такое, что за жесть-то после патча? Ты тоже. Откуда у него столько людей? Почему? Смотри, я смотрю вниз. Роберт, хорошо, и просто... умеет обещать золотые горы. А наверх нормально. Ой, жесть. Короче, носом нормально так вдавило. Ой, жесть. Капец. И то есть я это не смогу поправить, просто понизив чувствительность мыши. Ладно, в целом, давай эту фигню эту уберем. И так все понятно, что в целом все хорошо, пока я не туда нажал. Пока просадок не... Просадки будут в самый неожиданный момент, и ладно. Просто прими это. Ну, такая игра. Будут еще патчи. Может, по ходу прохождения мы их застанем. Ждать месяц, два, три я абсолютно не хочу. Я хочу пройти ее сейчас. Что я, собственно, и буду делать. Что-то там Fairy Tales вроде было написано про сказки. Видимо, они нам сказки рассказывают. Черт, тут не пройдем. Здоровья нет, ни хрена. Подсади. Пацанов, кстати, облутать тоже не дали, с них ничего не выпало. Дай руку. Давай. Хоба. Я так и не понял, что здесь нажимать нужно Е или прыжок. Я сейчас нажимал на Е, он прыгнул. До этого мне нужно было нажимать прыжок. Я на самом деле даже удивлен, как на этой сложности меня сейчас просто не убили. Ну тут, слушай, тут максимальная сложность, она сложная. Она реально сложная, но не прям за предел какой-то. Это все-таки не... Ну... Тут короче, все хорошо оптимизировано со сложностью. Идем сразу. Я думал, она что-нибудь скажет. Брифинг какой-нибудь будет. Снова люди Роберта. Да, ну, поставился можно. Откуда ты знаешь? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Без выстрелов надо. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Были. Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Да блин, это был мой фраг. А твой должен был бить дальше. Пошли, пошли. В
смысле пошли, а мне этого положить тоже хочется. Так, доступно обучение. Зачем оно мне? Опачки. Я был тут на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских в наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага, поставили к стенке и бац, 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 всех перестреляли. Ни хрена себе. Да, говорят во всем городе так. За них круто взялись. Давай, 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 работай. Ты казак, а? Придется меситься. Нет, нет, не убивай меня, пожалуйста, не надо. Ладно, мама. Так, ключ. Нормально, слушай, он попросил не убивать его. Я такой первый раз вижу. Либо я убивал. Так, съешь. Очень мало восстанавливает хпшки. Давай действительно осмотримся. Как же мало хп-то восстанавливает шоколадка. С другой стороны, в жизни тоже как бы шоколад тебе здоровье не восстановит, наверное, в принципе. Чуть-чуть энергии даст, благодаря калориям там, но не более того. Не, ну, с другой стороны, калории помогут тебе и восстанавливаться, как энергия, да, организму. У организма будут силы регенерировать, но не так же. Что-то я загнался, мы же просто в игру играем. Почему с них не падает лут? Присядь, присядь. Мы перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Однозначно раздавать хедшоты на ПК с мышки будет сильно лучше. Все за обучение. А, можно кинуть бутылку? Зачем? Эй, не надо! Пошел ты. Не надо, надо, надо. Недалеко я его утащил. Так, 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 так. Ты почему патроны-то не берет? Осталось только понять, где ближайшие. Потому что если сейчас начнется заваруха, то, скорее всего, я труп. Вот, кстати, тоже скажи, а интересно ли смотреть-то карточкового воина, да, который... Вот так вот вся игра будет на максималке проходиться, если что. На картах. Никто не услышал? А вот на каком-нибудь уровне сложности пониже она бы проходилась более динамично. Более, может быть, даже интересно в каком-то смысле. Потому что сам факт того, что я эту игру так пройду, это точно. Но это будет вот так. Но с другой стороны, это может быть более реалистично, что ли. Отходим, отходим, отходим. Просто будь умницей, выдохни уже. Да-да-да-да-да-да-да. Я и так умница, чувак, я и так умница. Славно. Да ты слышишь, ты там громко так не комментируй. Так, они расходятся. Так, вот тот бомж должен был пойти вниз. Палит, нет? Насколько они зрячие тут? Потому что если начинается заваруха, то как бы вот этими двумя дело тут не ограничится. Они что-то толпой придут. Давай попробуем кинуть тут бутылку. Черт, ты слышал? Бляха, муху оба услышали.
Ну как, это палево. Эй, ты видел? Что там? Живо! Вот тебе и спелся, мазафака! Да. Вот тебе и сложность. Да как я тут, там бутылка-то так бы не помогла? Ой, серьезно, отсюда? Все припасы. Вот это жопа. Ладно, давайте попробуем так вывести. Блин. Сейчас все получится. Сейчас все выйдет. Так, мы перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Ну, а попробуем бутылку оглушить, хотя бы посмотрим, как это будет выглядеть. Час. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Как я это вообще проходил раньше? Это же невозможно. Так. У дверей! Ой, капец. Я знаю, что я снайпер, но это жопа. Я потратил 2 выстрела в холостую. Да не убивай, брат! Патроны? Почему без заварухи патроны не давали? Пошли-ка поверху лучше, а? Да возьми ты пистолет. Нет, понятно то, что хедшот мне проще будет дать, слава мыши. Но пацаны, писец зрячие. Здоровья нема. Аптечек нема. Ничего нет. Да ты хорош, не можешь ты меня видеть. Это нож. Так, нажмите Е, чтобы взять захват ничего не подозревающего противника. Е, чтобы бесшумно убить его за точкой. Ладно, пошел ты. Эс, может, она его убьет, как думаешь? Прикрой меня, я иду. Блин, живой все еще. Як! Сядь, пожалуйста, сядь, где он? Чё за панк внизу? Где он? Где он? Вот ты где! Ой, жопа! На, лучи, на, получи, получи! О, вот это было норм. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Вот, спасибо. Пошли, пристань вон там. Разберемся. Семерка, давай. Семерка, давай, тебе говорю. Хорош. Где пристань? Я не знаю, это было практически по стелсу. Тут? Да, это мы сейчас откроем, надо только облутаться. Правда, лута нет. От слова совсем.
У него, кстати, раны кровоточат, смотри. А, держать просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вон он ходит. Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Интересно, давайте тут реально? Давайте по-тихому. Их грузы тут полно. Грузы уже давно не приходят. Он сказал, давайте. Сначала мы потеряли агентов на севере, потом на юге. Теперь вообще непонятно, с кем торговать. Жрать захочешь, наймешь себе охранника. Куда деваться? Ну, давайте что смотреть такое? Вообще, что это тут где. Хоть держит плова. Ну, держит, и что? Говорю тебе, это из зоны крышка. Нужно выбираться отсюда. Ты спятил. Иди за стену самоубийства. Контрабандисты ходят, и ничего. Что тут будет, когда припасы кончатся? Я лучше здесь останусь. Так, ты вообще что тут забыл-то? Эй, эй, ты чего? Успокойся! Да точку не будем тратить. Неплохо. Так, кирпич, мне кажется, лучше, чем бутылка. Идем аккуратно, аккуратно, вообще каждый шаг. Каждый шаг может быть фатальным. Тихо, 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 тихо. Он сюда пойдет? Если что, у нас тут же мур лежит. Ты видал, что он за грязь сделал? Кирпичом чувака загасил. Просто кирпичом загасил чувака. Там он еще один черт ходит. Пошли вот за этим. Кто? Так, можно не одну отмычку теперь... Ой, не один нож с собой носить? Реально, ну, два ножа. Сейчас пошли того заберем. Это что такое? Показалось. Сейчас заберем вот этого друга. Тихо, тихо, чайка, не кричи. Эй, эй, ты чего? Успокойся. Все. Чуть-чуть за угол отошли. Ну, капец, у Джоэля сильные руки, если задуматься. Так, замена, еще одна доска. Мне бы понять, сколько их еще тут осталось. Пошли за тем теперь. У меня кирпич есть, кирпича нет. Тот кирпич палевно брать, пошли заберем тот, который возле того жмурика лежит. Пока не взяли кирпич, давай возьмем бутылку. Не, ну кирпич вообще вещь. Ну, в принципе, логично, на кой хрен его бить холодными руками? Ну, холодными, может быть, тоже ему будет неприятно. Тепленькими ручками, наверное, лучше. Вот, зачем бить голыми руками, если можно бить кирпичом? Эти, блин, консольные приколы с удержанием кнопки. Вот и все, вот и жопа. Так, Тесс. Тесс бессмертна, да, по идее? Хорош! На! Отлично!
Это все? Я не знаю, слушай, в такие моменты чувствуешь себя прям, знаешь, ну прям хорошо чувствуешь, потому что вывозишь. А вы вывезли вообще по красоте на самом деле. Прям можем. Да, мы с тобой можем. Скажи, болеешь там за меня? Или наоборот, радуешься, типа, ха-ха-ха, лох, у меня не получается. Залезешь? Не, не залезает. Похоже, Роберт спрятался в этом офисе. Пошли. Блин, обалденно тут, конечно, сделали вот это вот все. Мозги. А раньше, по-моему, не было вот этой веревочки, которая огибает палку. Ну, это техническая особенность была, потому что это сложно. Если, правда, ничего не изменилось в игрострое с той статьи, которую я читал. А ту статью я читал еще во времена GTA 4. Ну, блядь! GTA. А ну нахер! Мы хотим поговорить! Идите нахер с такими разговорами! Я его понимаю. Убери пушку! Нахер пошли! Удирает! Роберт! Джоэл, сюда! Туда ломанулся! Может, облутаемся? Если есть что лутать. А, это фейл? Блин. Да она стоит на месте, я думал, она тоже побежит. Роберт! Джоэл, сюда! Блин, фризы бесит. Я надеюсь, что никого из врагов не будет. Любая пуля и все. Бляха-муха. Нормуль. Привет, Роберт. Тесс, Джоэл. Мы ведь без обид. Ну что ты. Хорошо. Мать твою! Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... А, черт. Черт. Стой, стой, стой! Руку хочешь сломать. Хорош орать. Говори. Справедливо. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Не могу. Дайте пару дней. А, черт! Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. Ни хрена себе, он черт, пушки да? Наши. Что скажете? Ой, какой же он ну черт. Что? Перебьем этих лохов. Нам расплюнуть. Это плохая идея. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ну вот. Сама королева. Зачем вы здесь? По делу. То тише, то громче паршиво становится. Выглядишь. Где Роберт? Она ж следила за нами. Он был нужен живым. Пушки, что он продал. Они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны.
Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной. Знаешь, мне нравится голос, который озвучивал Марлин. Нужно уходить. Быстро. Как-то ей подходит он, что ли. Да, нет, ну... Хочешь сделку? Пошли. Голос Джоуля вообще вне конкуренции. Слушай, я мог? Знаю, где можно Ладно. Обойти. Пошли. Ладно, потом будем лутаться, когда нам как бы свободную игру дадут. А сейчас явно игра нам говорит, не-не, ты иди, брат, за ней и все. А то какой-то фейл очередной засчитают и так далее. Я пока что буду думать, снижать сложность или нет. А, не, я не к тому, что очень сложно, я к тому, что будет нудно, если я буду дохнуть и на картах полчаса проходить одно место. А ты как бы в комментариях мне напиши. Диверсия. Ни хрена себе. Это твои люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Блин, ох уж эти повстанцы, а? Ох уж эти повстанцы. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Опачки. Всегда повстанцы воюют, знаешь, за типа за какое-то правое дело, а на самом деле потом получается так же, как и раньше. Джоэл, помоги мне. Диктатура, только уже других. Может быть, под другим соусом. Всегда так. Главное, народу души нассать. Вот и эти цикады то же самое. Эй, как ты? Выживу. Бежим. Стойте, солдаты. Вон выход, дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. Ну, короче, игра-то дает нам выбор, проходить тихо или нет. На легком просто берешь и кулаками всех кладешь. Не парясь ни о чем. Слева, да? Слева, бро? А, нет, это она пробежала. Слушай, с ее раной лучше бы отдала мне патроны, и все. И было бы хорошо. Ну я тоже хочу бегать на картах. Сегодня не ваш день, ребята. Валите нахрен. Как раненая Марлин может бежать быстрее, чем абсолютно здоровый Джоэль? Возьми. Кирпич, наше секретное оружие. Это можно лутать? Нет? Ящики там. Кто думает, что я помню все тонкости игры, тот сильно ошибается. Это не так. Пойдет куда-нибудь? Так, иди ко мне. Все, так, все, сдаю! Она кого-то положила, да? Вообще, конечно, принципиально убивать солдат просто за то, что они стоят на патруле. Я не хочу убивать бандосов, как бы, ну, дело может в каком-то смысле даже праведное, а вот убивать просто солдат так, на патруле, осторожно. Это плохо. Вообще, ну, вообще у людей убивать нельзя никогда, да, ни при каких обстоятельствах. Ну, если мы с тобой говорим про игру, то чисто логически, если я бы, ну, вот дали бы выбор, не убивал бы солдат. Людей мало, как бы конец света. Людей нужно вообще беречь. Нужно стараться сделать так, чтобы люди плодились и размножались, иначе человечеству хана. Кранты, виду. А знаешь, сегодня такие сериалы? Много. Как?
эти... Как он, блин, забыл. Ходячие мертвецы, во. Все спалимся. Хорошо видел. Поживей! Вот и все. Не все, один. Один, да? Нет, не один. Два, да? Так, девки, давайте. Бабы, буй. Простите, девушки. Ой-ой-ой, ты чё такой меткий? Ты мне лутаться, брат, не мешай. Слышит меня, козлище. По девкам-то будешь стрелять или похрену? Смотри, что происходит. Я не хочу патрон тратить, я хочу его забить руками. Дострелялся, гад. У меня есть мой великий кирпичик. Фух. Ну хочу, это только так раздаем, только в путь. Они, конечно, ну, с другой стороны, эти солдаты тоже говно были. Они казнили цикад. А, да. Уже недалеко. Ну, блин, это же повстанцы, ты тоже пойми, да? Если это вопрос выживания. Не одни, так другие. Ну, давай посмотрим на них. А Марлин что-нибудь скажет? Так-то голод. Да, так-то голод. И брать в плен таких ребят, ну, блин, тоже бессмысленно. Отпускать их нельзя. Они еще какую-нибудь диверсию устроят. Или убьют кого-нибудь. Это очень сложный вопрос моральный, очень сложный. Нужно оказаться в таком мире, как они, чтобы принимать решения. Я надеюсь, мы никогда в таком мире не окажемся. Вот, вот. Woman's power. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. А как тут сохранение выглядит? Просто в меню паузы? А, да, просто в меню паузы. Все, да? Да. Я как сразу буду записывать, так сходу буду и выкладывать. Про запас, наверное, я не буду снимать ролики. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Видал, как громко это? А их голоса тише. Надо будет, может, в настройках поиграться с громкостью. Эффекты, допустим, понизить громкость, а голос что оставить там на 100%. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Джоэл, помоги мне. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти! Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают.
Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подписываюсь. Я Элли. Пойду. Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Ты что такая обиженная? Ты, да, ты хорош. Я нормальный, дядька. Ну, подумай, что с кирпичом. Пойдем. Ого. Я слышала стрельбу. Что случилось? Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи. Я просто иду за тобой. Ты то молодец, девчонка, да? Ты профи, я за тобой иду. Молодец. Вряд ли мы сюда. В городе вот так вот будем сможем найти лут, просто потому что, ну, это же город, тут, знаешь, все, что можно, уже облутано. Поживи. Так вот, то, что нам давали чуть-чуть. Эти крохи. Этим мы будем довольствоваться. Внимание! Помощь преступникам карается смертной казнью. Не подвергайте себя риску. Немедленно докладывайте. Вот опять же, вот смертной казни. Ну блин, ну разве это работает? Вот у них есть смертная казнь. Сюда, так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. Подруга, помойкой. Помойкой тут решается половина проблем в игре. Смертная казнь введена. И что, это как-то помешало? Наоборот, только подогрело партизан партизанить еще активнее. Потому что вот у них там злые, кто людей расстреливает. Ну ты понял, да? И это нормальная логика. Человеческая жизнь бесценна. А товар вы по туннелю таскаете? Да. Ты слышишь, что? А тебе все типа расскажи. Контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава цикад подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично. Супер. Блин, Джоэл, конечно, но человек, которого жизнь пошатала. Поэтому он такой суровый. Пришли. Телевизион на коробке. А ей куда? Чего на пол садиться? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. В игре Элли прикольная, да? Часы разбились. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Да, я тоже.
Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще это нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Так, и мы тоже готовы. Давайте на этом серию закончим. Продолжим мы в следующей серии. Ну, игра, как и оригинал, отлично разгоняется. Все как положено, все на своих местах. По-моему, идентично вообще повторяет все, что было и тогда. Графика на высоте, фризы, глюки, баги есть. Ничего вроде критичного. Больше она за эту серию не вылетала, как не зависала, как в прошлый раз. Так что, я думаю, мы без проблем ее пройдем. Всем спасибо за просмотр. До следующей серии. Я надеюсь, вы подписались на канал, где бы вы его не смотрели, это видео, да, на Дзене или ВК. Может быть, я когда-нибудь способлюсь выложить это в YouTube, но это будет не скоро. А вот просто так, потому что я вредный. И в Telegram тоже подписывайтесь. Все, всем до встречи, всем пока.